дорогие наши выпускники, выпускники Европейского учебного института 2020 года. Вы для нас уникальный выпуск. В этом году мы вместе с вами изучали новые варианты проведения итоговых испытаний. И я очень рада, что мы вместе это все преодолели. И сегодня вы по праву уже называетесь не студентами, не будущими магистрами, а нашими коллегами, выпускниками Европейского учебного института 2020. Да, вы получились пандемическим выпуском. Вы войдете в историю, 75-летнюю историю МГИМО, как именно пандемический выпуск. Каждый выпуск для нас уникален, но вы для нас стали платформой изучения нового. Вы не только уникальный выпуск тем, что весь мир столкнулся с новой проблемой. В одночасье, буквально за несколько недель, весь мир перевернулся, перевернулся уклад нашей жизни. Но вы еще и год, который выпускается в самую важную дату для всего мирового сообщества. Это 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, со дня победы нашего народа, народа мира, всех народов. Нас тогда не разделяло ничто, нас не разделяли границы. У нас была только лишь одна боль – это враг, который хотел захватить наши земли. Вы выпускаетесь в важный год, когда устои этого мира стоят под угрозой. И я уверена, что ваше образование – это и есть ваш вклад в то, чтобы мир продолжался, чтобы мы с вами жили жизнью, которая была завоевана нам нашими предками. И я от всего сердца хочу пожелать вам быть такими же дружными, какими вы стали за эти два года. Вы вошли в уникальную семью МГИМО-семья. МГИМО-семья – это не просто хэштег, это новый мир, ради которого вы все вечера эти два года отдавали нам и проводили вместе с нами. Но вы еще и вошли в уникальную семью Европейского учебного института. Вы стали членами клуба выпускников Европейского учебного института, единственного официально зарегистрированного в рамках Ассоциации выпускников МГИМО. Поэтому сегодня мы однозначно не говорим с вами друг другу «прощай». ЮИ вообще никогда не говорят «прощай». ЮИ говорят всегда только лишь «до свидания». Мы ждем ваших коллег, мы ждем ваших детей в наших стенах, а самое главное, мы всегда ждем вас с вашими новыми идеями и предложениями, как это происходит уже на протяжении многих и многих лет. Еще раз поздравляю, вы огромные молодцы!